находимся на церемонии награждения успешных людей России. В числе награждаемых – жители Одинцовского городского округа, которые победили в различных номинациях. Бизнесмены, редакторы глянцевых изданий, деятели шоу-бизнеса, артисты и блогеры. Лучшие представители своей сферы деятельности объединились на одной площадке в Крокус Сити Холл. И очень здорово, что я, обычный житель Одинцова, могу участвовать в этом мероприятии, иметь к нему там какое-то отношение, да, никакое непосредственное, потому что сегодня я выставляю троих своих артистов, да, сегодня премьера песни у Ирины Ортман, которая называется «Хочу». Я автор этой песни, слов и музыки. Сегодня премьера песни у Ксюши Антоновой. Не буду скрывать, это моя дочь. Ксюша занимается творчеством около 5 лет. О девчоночьих переживаниях 16-летняя певица рассказывает через свои песни. «Энергия от зрителей» – лучшая награда, признается юная артистка. Больше всего нравится отдача людей, больше всего нравится, как люди реагируют на мое творчество, и это дает мотивацию на работу дальше. Ирина Ортман в этом году номинировалась на премию в категории «Лучший сингл» и получила свою заслуженную награду. Ирина выступила с премьерой песни и рассказала о любимом городе. Я очень люблю Одинцово, я непосредственно жила и в самом городе Одинцово, на улице маршала Крылова, дом 17. Это было, сейчас скажу, в 2007 году. А сейчас в Горках Вторых живу, очень люблю, очень чистый район, много парковых зон. Участники и партнеры церемонии общались и обменивались творческими идеями. Для Романа премия еще один источник вдохновения. Наш дом красоты Russian Legend является официальным партнером сегодняшнего красивого мероприятия. Вот. И я сегодня еще как исполнитель буду исполнять 2 песни. «Фальшивая любовь» и «Песня моя». Под громкие зрительские овации победителям вручали дипломы и награды. Номинанты уверяют, за каждый из них труд и стремление к совершенству. Конечно, вера в себя. А второе – это дисциплинированность. Если не будет дисциплины, если мы будем говорить, ну да, я завтра сделаю, послезавтра так не выйдет. Нужно идти к своей цели сегодня, не завтра. Завтра уже может не быть. Поэтому это самое главное. Яркие наряды, блестящие выступления, улыбки. Своим примером участники премии вдохновляют всех, кто хочет стать лучше. И еще раз подтверждают, любой цели в жизни можно достичь. Екатерина Крамер, Мария Шматкова, Артем Ломоносов. Телекомпания «Одинцова».